Всем доброго, доброго времени суток. Вот и наступило время рубрики поздравления с днем рождения. И я хочу поздравить сегодня всех, кто родился 1 августа, и пожелать вам, ну, уже стандартное пожелание относительно здоровья, счастья, любви, богатства, радости. Желаю вам от чистого сердца, от чистой души и всех, у кого сегодня именины. Желаю вам, чтобы рок изобилия пролился на вас, чтобы каждый день в вашей жизни вы ощущали, как вам прикасается рука Бога, Вселенная, кто во что верит, но чтобы счастье, оно преобладало в ваших сердцах, в ваших душах, в ваших семьях, в вашей жизни. Я желаю вам от чистого сердца это все. И сегодня первый день последнего летнего месяца. 1 августа. Я помню самое жаркое время, когда вы выезжали на море последний месяц, самый жаркий, самый хороший. И все прям аж собирались, ехали отдыхать, кто в горы, кто на море. У нас этот месяц, у меня этот месяц был ассоциация с тем, что обязательно мы поедем на море и весь август проведем там. Скажу по секрету, даже опаздывали на начало учебного года. Было такое не раз, что нам, конечно, очень сильно не нравилось. Ну, все с цветами, на линейке, все, а мы где-то на море там плещемся. Нам так не нравилось, вот правда, так не нравилось, что вот это вошло в традицию опаздывать. Ну, что сегодня за дни недели? Сегодня начало недели клоунов. Не знаю, сколько недели она продлится и что они должны в эту неделю делать, понятия не имею, но вот как-то так. А также сегодня день бумажных салфеток. Классное изобретение на самом деле. Очень хорошее. Кто придумал, лайк. Сегодня день всемирной... Короче, всемирной паутины этой, интернет, которая... Сейчас машина проедет. Здесь даже машины шумные. А также сегодня день, оказывается, международный день консервирования. Может быть, кто-то помнит, а может, кто-то и до сих пор этим занимается. Я лично помню, как мама закатывала эти банки с разными вкусностями и, переворачивая, ставила их остывать. И вот ты ходил, облизывался и думал, скорее бы зима настала, чтобы их пооткрывать там. Потому что они консервация в основном-то на зимнее время, да, когда уже пропадали. И вот что-то такое тянуло вот туда, в будущее, да, открыть эту банку, попробовать. Хотя вот у тебя готовится, ты здесь можешь попробовать. Никогда никого не обделяли, на, пожалуйста, компот пей, варенье кушай. Но нет, какое-то желание было попасть туда. Туда, когда ты принесешь эту банку из сарая, откроешь ее, протрешь сначала, откроешь. И почувствуешь запах лета. И вот это каким-то магическим путем... оно тебя притягивало всегда. Поэтому, кто помнит, как это делать, кто этим занимается до сих пор, сил вам и вкусных рецептов. А кто нет, ну попробуйте, это всегда вкусно, когда ты в зимнее время открываешь что-то, приготовленное своими руками, летом. Я больше чем уверен, что вы почувствуете запах лета, если вы попробуете это сделать. Закрывал ли я сам что-то? Закрывал, честно говорю, закрывал. Ну вот, как-то вот так вот. Ну а пока-пока. И, наверное, до завтра в этой же рубрике. Всем счастья, здоровья, любви. Всем-всем-всем, кто меня смотрит. И самое главное, здоровья. И до встречи завтра. Пока-пока.